Совбез ООН готовится обсудить ситуацию на востоке Украины уже 29 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины. Инициативу поддержала и постпред Польши при ООН Джоанна Вранецька. В последний раз ситуация на Донбассе была темой заседания в феврале 2017 года. Поэтому, по словам Вранецки, необходимо снова вернуться к вопросу конфликта и найти пути его урегулирования. Кто из секретариата ООН выступит с докладом, пока неизвестно.